Здравствуйте, мы находимся в Клондайке. Итак, нам надо отправиться в подвал. Ну что, поехали. Подвал, подвал, встречай. Встречает, ой. Тут сколько подарков. Так, ну, пока есть такое все. Не очень большое, скажем. Конечно, в подвале разбойник. Ой, нас сейчас еще тут разбойниками запугивать. Ой, как страшно. Хотим обратно. Верно. Ваша жужу, она сторожевая, кусается. Где наша жужу? Где та, которая кусается? Найдите жужу. Я по ней скучаю. А, у нас собака пропала. По кличке жужу. Так, задание. Ну, надо отдать мешок. Вот он сверху, дядька, стоит. И насобирать. Так, игрушки. Давайте соберем сначала подарки, чтобы они нам тут не мешали. Хотя разик такое может помешать. Так, смотрим. Но пока ничего такого особо крупного не видно. О, вдруг. Представьте себе такой весь подвал плюс 50. Понимаю, конечно, что ну, чисто размечталась, но мечтать не вредно. Вредно не мечтать. Это все надо выгрузить, чтобы не мешало. И продолжить процесс. Так, кстати, а подарки? Подарки в студию. Так, ой, какой симпатичный. Собачка, что ли. А, только один подарок 100%? А что так мало? Да. Что-то они вроде как жадные, что ли. Или мне показалось. Сейчас посмотрим, как он будет идти. Если что. Так, 60. 60. А, еще 65 бывает. Вообще так, знаете, в принципе, можно повыбирать пока месть по 40. Или по 50, чтобы не путаться. Потом продолжить процесс. О, я игрушки нашла. Ну, пока месяц не очень долгожданные, потому что мы только начали. Хотя вот надо быть повнимательнее. Плюс 44, видите, это уже какой-то нестандарт у меня получился. Так, 4, 5, 10, 40, 50. И, а на игрушки что-то дают или нет? Ну, можем проверить, конечно. Поехали. Нет, за игрушки дают игрушки. Без фанатизма. Так, 55, 50. Ха, где 60 я видела? 65. Ой, мне кажется, я потерялась. Да ладно. О, нашла как раз 60. Но запомнить, какая это кровать была, чтобы потом по этим кроватям ориентироваться, типа, дешево. И проходит-то не один, как выясняется. Так. Сверху у меня почищено получилось 80%. Дальше далеко не пойдешь. Потому что проблематично, пока не выполнено это задание, собрать игрушки. В общем, пока игрушек не надарим, будем стоять на месте и пытаться что-то сделать. Так, 50. Не, если так вот весь остров, то, вернее, это не остров, но неважно. То очень даже мило, скажу я вам. 40, 60. На 55 немножко поделать. Раз, два, три, четыре. Где наши 55? А, потерялась, потерялась. Вот, 55. 55. Я запомнила вот такие вот остренькие. По 55. Ну, просто, чтобы потом уже меньше было чистить. Не знаю, как там будет дальше, но пока я начала. Чистится просто на ура. Обычно я так не любила, когда мебель всякая. В этот раз прям
вообще отлично. Не надо никуда бегать, ничего там. Самое большое это 65. Так, эти стульчики 40. Так, только самое интересное, что с этими игрушечками пока не очень. Ну ничего. Обязательно найдется. Так, где-то у нас по 50 кровати. Ай, отменяется кровать. 65 у нас тут появилась. Нечаянно. Кровать в следующий раз. Только вот быстро набирается у нас тут. Выгружать надо все время. И так ничего. Ха-ха, 60. Не подрасчитала. Сорок, 60, да. Так, с крышечками это 55. Уже даже позапомнила. Что, зачем, куда и почему. Где еще есть? Вот еще 55. Знаете, даже понравилось, чистят подвал. Так, раз, два, три, четыре, пять. Там, где вот эти вот, да, можно делать по-другому чуть-чуть, но. Я уже особо не заморачиваюсь. Так, 65. И 65. Штуки открою потом. Вдруг наверху еще будут. Что-нибудь крупненькое. А в игрушках у нас ничего интересного не выпадает. Их можно открывать сразу. Вы знаете, сколько я здесь уже насобирала? Вот так вот потом скидывала обратно на склад. Типа вывезем потом. Хорошо вот эти сыпятся. Да и помощь компаньону быстро набирается тоже. Просто на ура. И чтобы не заморачиваться, делала вот так. Можно убирать только два удара. Можно. Потом делать 63. Но я не хочу уже заморачивать себе голову. 5. Идем дальше. Есть еще 65? Ха-ха. А нет, есть. 5. Таки нашла. Так, игрушки и вот 65. Сколько там насобирала? Я только помогла, только видите, вот еще не накопилось даже. 40, 60. Тут уже, в принципе, 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Даже когда узнала, думаю, ой, еще второе там что-то чистить. Это будет времени сколько. А его так можно хорошо чистить. Он уже 62%. Вот такие мне подземелья очень даже нравятся, как выяснилось. Несмотря на то, мебель там не мебель. Какая разница, когда оно так прекрасно идет. Так, вот еще кроватка у нас. Ты-дым. Ну, не обошлось без сюрприза. Надо 30 принести. Собачку покормить одну. Жужу! Наша Жужа хочет кушать. Ладно, придется сейчас ехать домой. Брать Жужи 30 рыбы. Так, еду я собачке привезла, между прочим. Сейчас быстро накормим. Собачка пойдет счастливая и даст нам плюс 100 энергии. В принципе, здесь вот это вот все уже можно открыть, дочищать потом, а задание довести до ума. Тут уже так вот немного чистить. Вообще так, хоп, когда плюс 5, вообще даже быстро. Тут остались уже маленькие. Так, 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 я, по-моему, не успела. Ладно, сейчас наслаживаем. Так, где там у нас корзина? Наполнили.
А, теперь надо 30 энергии, чтобы поднять, наверное. Наверх дяденьке отдать, точно. Ну что, поехали, это я потом дочищу проценты. И пойдемте, тут мужчина стоит, скучает, надеется, ждет. Отдать. Есть. Сейчас нам последняя территория откроется, и можно посмотреть будет, что там чистить. У нас прям землетрясение. О, открылось. Ой, вот этих 110, их тут много. Ладно, это уже совсем другая история, а подземелье на этом мы заканчиваем. Всем пока!